Два автобуса, собранных в Единицком районе сторонниками Шора, были развернуты и не добрались до концерта, проводимого 18 мая в Бельцах. Около 100 пассажиров должны были посетить фестиваль дружбы народов, организованный политическим блоком «Победа», созданным в Москве. Dar știți că Șor organizează acest eveniment? Nu Șor, dar și Șor, dar de ce Șor? Și are Șor cu noi. Păi blocul Pobeda organizează, care partidul... Nu știu, nu. Noi singuri ne ducem între noi. La concert ne-am pornit. Ce fel de concert? Festivalul Prietenii Popoarelor. Care ori popoare? La Rusia, Belorusia, din țările din BRICS, așa am înțeles. Țările din BRICS? Da. Dar știți că Șor organizează eveniment? Dar pe mine nu mă interesează cine organizează. Среди последователей Шора были и молодые люди, которым известно о прошлом бывшего депутата, осужденного по делу о краже миллиарда. Знаете, что Шор был condamnat pentru furtul miliardu? Cunosc. Și cum vă duceți la un concert a unei persoane care este implicată în, în furt? O întrebare înapoi. Vă spun, dumneavoastră vă invit la un concert, chiar să vă duceți, nu pur și simplu, să mă duc la un concert, asta și... Care interviu? Asta e ilegal? Nu. Păi, cum nu este ilegal? Vă interesați totuși unde plecați, da? Nu vă strânește dubii, de exemplu, nu vă strânește dubii că o persoană care este condamnată, este fugar, organizează un concert? Deloc? Din banii care vin din Federația Rusă. Stat agresor. Nu așa și trebuie să mă deranjează. Бывший лидер территориальной ячейки антиконституционной партии Шор из Единиц отрекся от организации поездки. Но некоторые из пассажиров указали, кто являлся спонсором перевозки. А кто пригласил, кто заплатил за автобусы? За автобус заплатила наши есть спонсоры. Они заплатили за автобусы, все. А кто спонсоры ваши? Вот люди. Нас приглашают. Даже пусть будет пас меня пригласит. Я не против. Почему не поехал бы, не посмотрел концерт? Ну, ехали без прапоров, без ничего. Без всякой демонстрации. Там, а что, ну, я в Лакишнев, Мадук, Ас. Лакишнев, да, ну, 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 ну. Ну, я в Мадук, Лакишнев, Ас и Дзио, Лу, Баету, Нев, Шмадук, Ладзе, Динаш. А то, да, дичи вас окрит, а ну, в принципе, свет, что с он там платит. Вы же нас сидите с мембру блоку Луи Победа. Я, ну, с мембру блоку Луи Победа. Nu sunt membru. Eu fost și membru partidului Șor. Da, nu, nu, da. De primar, da, de da. Eu am fost membru și sunt membru partidului Șor. Совпадение? Не думаю. А кто спонсоры ваши? Вот люди. Правоохранители составили на водителей автобусов протоколы за то, что они осуществляли перевозку пассажиров без надлежащего оформления документов. Ты че, думаешь, страна цель регистра контракту на ФИСК? Persoane. Duce scatul treabă. Cine v-a plătit? Domn șofer. Cine v-a plătit? Lucru. Eu sunteți la lucru. Cum este să luați banii lui Șor? Sau banii unui stat agresor? E ce trupat. Au încălcat regulile de transportare pasagerilor, este întrebările serviciului de presă al UNSP. Напоминаем, что в апреле 2023 года Илон Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда евро. Он должен возвратить в государственный бюджет более 5 миллиардов леев. Ну, победа над кем должна быть? Над Санду, над оппозицией, которую народ зажимает.